Выходи с машины, домой нельзя, не там, на нашей улице. Михабель, этот террорист, бежит прямо на нас, ну, уже метров, наверное, 15 он от нас. И я понимаю, что буквально считанные секунды он просто добежит до нас и в упор нас расстреляет, и вот последний шанс это бежать. И, короче, мы побежали, все, и я уже вот с семью этими пулями, вообще не знаю, Бог дал мне эти силы, я понимал, что если я остановлюсь, она остановится и так далее. И вот мы бежали,